Моя дочь пропала. Калинина Лариса Петровна. Дочь всем известного нам человека. С ней пропали еще два человека. Два просто поезда. Папа! Папочка, пожалуйста, забери меня отсюда, папа! Ну, прозвони по отделам, пусть дадут одного-двух человек. Кого не жалко. Оператор мобильной связи дал координаты. А там в радиусе 70 километров только одна деревушка. Так называемая Соломина Храмова. Не все умрут. Вы глупо сделали, что приехали сюда. Но сейчас уже ничего не изменишь. А что ищем-то? Ищем все, что может быть связано с пропавшими людьми, а также любые виды незаконной деятельности. Стой! Уезжайте отсюда, вам здесь нечего искать. Помогите! Семнадцатого года. Здесь нет ни одной.